Первая игра, в общем-то, я доволен работой ребят. Хорошая игра получилась в плане именно самоотдачи. Хотя многое пока не получается, но для нас было важно продержать вот это давление на протяжении всей игры. Да, счет у нас, конечно, неудачный, но, опять же, важно было при счете 1-3 работать до конца и постараться вытащить этот матч, что у нас не получалось в том году. Чуть-чуть нам не хватило, но моменты были, создавали, и команда работала до конца. Хотя, можно отметить, что много новичков, много ребят молодых. Строится новая команда. Поэтому работой я доволен. Не в плане оправдания, но все-таки. Играли на фоне усталости какой-то после тренировок? Да какие тут оправдания? Мы вышли работать. Да, не получилось. Мы пропустили 2 гола под воротами. Не хватило, может, ловкости, свежести ребятам, там, защитникам. Тут оправданий никаких нету. Есть ошибки, которые надо исправлять. Проблем-то очень много, но еще раз я вернусь к тому, что ребята именно работали. Вот для нас это самое важное, что сейчас через «не могу», проявили характер. «Не могу». Ну, характер, если мы вытащили игру. Но проблески характера налицо. Будем надеяться, что все-таки такие игры мы будем вытаскивать. Насколько состав к следующему матчу изменится? Все-таки 6 полных у вас пятерок практически. Конечно, поменяем. Кто не играл, ребята уже будут играть. Но я думаю, что на половину состав изменится.